Доброе утро, сахалинцы! Сегодня понедельник, 19 августа. Вы смотрите Солнце ТВ. Меня зовут Наталья, и сейчас я расскажу, что подготовили для вас наши корреспонденты. Городские истории. Окажемся на постановке театра «Твой формат». Отличные шубы для каждого из вас! Меховая фабрика «Елена Фурс». «2019 – год театра в России. Повсеместно проходят спектакли и выступления. Студия «Твой формат» также активно ставит свои постановки. На одной из них побывала наша съемочная группа. Вместе с преподавателем ребята из студии «Твой формат» долго готовили к выходу в свет свою постановку. Выступление для многих участников – это определенный экзамен, ведь актерским мастерством они стали заниматься совсем недавно. Я туда пошла, потому что это творческие... тебя раскрывает. То есть, когда мы работаем особенно, да, мы нам как-то рутина, скукота какая-то, и хочется что-то, чего-то такого, чтобы эгэгэй, кружите меня. Вот, театр — это именно такое место, где тебя будут кружить, где что-то будет постоянно происходить, какие-то движухи, это очень клево. Выступление проходит в рамках программы «Чеховский сквер» неподалеку от музея книги Чехова. Постановка «Кто в доме хозяин» основана на трех произведениях классика. Это рассказы «Размазня», «Теща-адвокат» и «Ушла». Состав выступающих смешанный, то есть опытные люди, включая вашего покорного слугу, и, соответственно, большая часть — это новички. Для них это дебют, это возможность продемонстрировать то, что они умеют, то, что они получили в студии, навыки. И в том числе это замечательный способ избавления от страхов и сомнений. Боролись со своими фобиями начинающие актеры разными способами. Выполняли различные упражнения, участвовали в мастер-классах и даже репетировали на улице. И это дало результат. Юные театралы уверенно выступают для людей, которые собрались в сквере. А для некоторых участников студия стала отправной точкой для дальнейшего развития. Я вообще сейчас хочу пойти на профессию актера, и собираюсь поступить в театральный вуз. Не знаю, но я думаю, что у меня получится, надеюсь на это. И эти курсы мне, они очень помогли для меня. Участники студии проделали немалую работу, чтобы предоставить зрителям свое творчество. Вторые по достоинству это оценили и благодаря юным актерам смогли ненадолго прикоснуться к театральной жизни. Понимание – это часть нашей жизни.